А сейчас с прямым включением из Вашингтона наш специальный корреспондент Кирилл. Да, Татьяна, совершенно верно. Именно сейчас мы находимся на плей-офф Captain's Draft 4. Как вы видите, за мной здание DC Armory. Это военная база, которая превращена в небольшой стадион. Если честно, он похож на какое-то баскетбольное поле для детсадовцев. Там очень холодно. На улице гораздо теплее. Вот мы сейчас стоим и нежимся в прекрасном вашингтонском солнце. Наша команда уже приехала в это здание. Игра против OG начнется с минуты на минуту. Фанаты замерли в ожидании. Едят попкорн, хот-доги, пиццу, пьют пивчик. В принципе, атмосфера на стадионе радостная. Все ждут хороших игр. Ну и мы, естественно, ждем их больше всех. Игры на турнире проходят в формате Best of 3. Как вы можете видеть, CoinFlip проходит в формате жесткой дуэли. И в результате ожесточенной борьбы в игру камень-ножницы-бумага победителем оказалась команда Team Empire. На трибунах большое количество фанатов. Они поддерживают свои любимые команды, берут автографы на автограф-сессии, фотографируются со своими кумирами. Ну и прежде всего, конечно же, болеют и поддерживают своих любимчиков. Есть как большое количество фанатов Империи в лице одного человека, так и болельщики других команд. Они пришли сюда поболеть в этот солнечный, теплый, радостный день в арену. Все согреваются, обнимаясь или выпивая крепкие горячительные напитки. Да, приехал в Вашингтон поболеть за наших ребят. Они молодцы, сейчас дерутся, как настоящие медведи, борются с OG. В смысле, проигрывают? Да, Татьяна, как нам сейчас стала поступать информация? Команда Team Empire, к сожалению, проиграла. И мы покидаем турнир. Зато посмотрим Вашингтон побольше. Спасибо за внимание.